Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем трешачок, скажем так, мега-трешачок. Мы затащили шестые кошмарки, в принципе, гарнизоном, и пришло время седьмых. Мы прошли 6-10 на 2 звезды, можно, в принципе, и на 3 пробовать, но не хочу над этим заморачиваться. Вот такой вот у нас состав. Тыковка, исцеление, снайпер, мега-танк. Мега-хиллер, мега-убивашка. В принципе, мне даже больше нравится, чем Анубис. Сейчас вы поймете, почему. И такой вот ледяха. В принципе, ничего сложного. По магии я вам уже говорил, что вот эта вот магия, которая у меня сейчас стоит, это одна из самых топовых магий. Для прохождения подземок многие там берут еще метеор, ставят. Смысла в этом нет. Единственное, если там у вас чуть-чуть не хватает на пол шишечки, то можете взять, может поможет. Так, ну что, поехали. Надо будет добить эти кошмарки. Кошмарка 7-1. Вот такая вот она. Тут, в принципе, ничего сложного нет. Есть, конечно, Ронины, есть малыши Ники. Многие проходят, пытаются вот отсюда пройти. Сейчас я вам покажу. Такой вот вариант. Тут бывает, герои бегут сначала туда, потом сюда, потом ронины выскакивают и вашим героям дают люлей. Вот как-то вот так вот. Поэтому мы будем проходить немножко с другой стороны. Сейчас покажу откуда. Правда, надо быстро выкинуть всю магию. Так, есть, да? Отличненько. Все, вроде все есть. Тут, конечно же, есть тотемы уже. Но к этому мы потом дойдем. Кидаем вот отсюда. Раз, два. Выпускаем всех. И кидаем сразу же заморозку. А почему заморозку, сейчас я вам покажу. Вот, вот такая вот, ребята, у нас была подземка 7-1. В принципе, как видите, тотемы мне немножко помешали в данном случае. У нас остался только один ангел. Я не знаю, ли он сможет это все убить. Но на ангеле, как видите, у меня сейчас стоит. Ну, посмотрим. В принципе, ничего сложного нет. Все потому, что здесь есть тритон, который просто, ну, унижает всех героев. Не знаю, ли мы сейчас так затащим. Придется все-таки убрать его. Сейчас мы перезайдем. Перезайдем. Поставим немножко других питомцев. Как видите, я на тотемах просто посливался. Так, ставим сюда, например, Феникса. Вариант тут у нас. Если вы не успеете, здесь включится хранитель. И когда он включится, он вам просто... Вы просто сольетесь на его отражалке. Вот, смотрим еще разок. Можно, конечно, юнитами спамить. Не нужно. Ну, я пока так побегаю. Опять же, рандом. Видите, сейчас мы в данном случае мы просто не смогли затащить, потому что там остался Ронин. Мы вот не поубивали Ронина. Но на 2 звезды мы уже прошли. Ну, еще здесь роль играет эта железная воля. Для того, чтобы первые секунды ваши герои были неуязвимы. Ну, нужно попасть в кулдаун. Пробуем еще разок. Ну, вроде сейчас уже получилось у нас получше. Единственное, у нас остались ронины еще. Ронин, конечно, тут нас, вот видите, просто с плюшки унесли.
Чуть-чуть нам не хватило, чтобы их добить. 82%. Ну, давайте еще попробуем. Может, сможем затащить. Вот опять же, можно вот так вот кидать магию, заморозку, чтобы наверняка, если вы не успеваете, ну, вариантов как бы очень много есть. Видите, Ронина не заморозили, сейчас Ронин сейчас нам все малину испортит. Или нет, снесли, да, вроде нормально все затащили. Ну, конечно, тотемы, блин, здесь мешают. Ну, сейчас посмотрим, может и затащим. У нас осталась бочка и остался один Ронин. А, не один, даже два Ронина осталось, я не знаю. Единственное, что смотритель нормально попадет и нам повезет. Ну, в общем, это рандом. Можно заморачиваться немножко и нормально затащить. Сейчас посмотрим, получится у нас или нет. Как видите, здесь и ледяха нужен, потому что если против вас будут эти башни магические, вы тут ничего не сделаете без ледяхи. Ну вот все, железная воля пропала, мы не успели убить, и как видите, герой останется просто жестко. Можно даже с тыковки пробовать стартовать, но да, будет быстрее разгон у вас, но ее быстрее сольют. Хотя я всегда говорил, что с тыковки хватает. Баф. Вот, отлично. Ну все. В принципе, думаю, на 3 звезды должны затащить сейчас. Если, конечно, не сольются. У нас остались только магические башни. Ну вот как-то так. Гарнизонные герои плюс тыковка. 7-1 на 3 звезды. Ну все. Нет, еще осталась у нас одна. Раз, два, три. Даже еще 20 секунд осталось у нас с копейками. Вот так вот, ребят. В принципе, ничего сложного нет. Главное иметь, конечно, хороших героев, железную волю. Вот такие у нас герои. В принципе, о них я вам уже рассказывал. Все, пишите комменты, как обычно. Лайк, репостик, подписка. В общем, вот так вот. Все, всем удачи, всем пока.